я так больше не могу. Сколько времени? 4 часа дня, я до сих пор в кровати. Да, чем же еще можно заняться? Если дело так пойдет дальше, то я точно могу сойти с ума. Ты кто? Я это ты. А я тогда кто? А ты это я. Я сошел с ума? Не. Мы просто на карантине. Фух, приснится же такое. Да, я согласен. Сидеть дома на карантине – это невероятно скучно. И со временем становится просто невыносимым. Но именно так вы обезопасите себя от возможного заражения инфекцией. Будьте здоровы и не болейте. Александр Кононов, Алексей Семенов. Утро нового дня.